1300 наблюдателей на избирательных участках. Это примерно вдвое меньше, чем было на выборах в Госдуму. Но прозрачность кампании от этого не пострадает. Как заявила руководитель общественного штаба Наталья Гришина, помимо партийцев за ходом голосования следят и представители общественной палаты. Их обучали в течение всего лета. Фото и видеофиксация с их стороны, кстати, вполне законно. Ведет периодически фотофиксацию того, что процедуры соблюдаются, люди идут на участок. Естественно, это без всякого нарушения персональных данных, это не фотографии крупным планом, это без всякого размещения в СМИ и социальных сетях. То есть мы понимаем, что человек исполняет свои обязанности. Председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Буков отметил, что все попытки незаконной агитации были оперативно устранены. Пока что поводов для беспокойства нет. Первый день голосования проходит организованно. Каких-то серьезных нарушений в рамках голосования не было. У нас вообще при открытии избирательного участка ни одной вообще конфликтной ситуации не было в этот раз. Я такого давно не помню. Но если даже сравнить 2018 год, выборы в город, более динамично, скажем так, развивалась ситуация, в том числе с утра при открытии избирательных участков. Сейчас, собственно говоря, все спокойно. Главная задача общественного штаба по наблюдению за выборами – обеспечить прозрачность, легитимность и открытость избирательного процесса. И это сделано, чтобы минимизировать всевозможные претензии. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».